Украинцы готовы жить без света и тепла несколько лет, рассказала в интервью BBC жена Зеленского Елена. Вот цитата. Более 90% опрошенных ответили, что они готовы это терпеть 2-3 года, если они видят перспективу нашего членства в Евросоюзе, заявила Елена Зеленская. Ранее украинские СМИ сообщали, что энергоинфраструктура Украины разрушена российскими ракетами на 50%. Да, 90%. Здесь только один нюанс есть. Этот опрос проводился в то время, когда не было электричества на Украине, а значит и не было интернета. И отвечали на этот опрос в основном украинцы, которые в эмиграции живут. Миллионы, живущие в Европе, около 3 миллионов, кстати, эмигрировали в Россию. Я бы не стал бы обольщаться насчет их настроя. Вот. Но и Зеленским я бы не советовал бы обобщаться. Послушайте обращение украинки к своему президенту. Знаю, что многие не терпят ненормативную лексику, тогда просто не слушайте. Работы сидят, блядь, в погребах, в подвалах под сиренами, блядь, и не знают, чем кормить детей? Да как же тебе, скотобаза, не стыдно? Что сделал ты, хуй моржовый, за время своего правления, скотина? Ты сделал все для того, чтобы выехала еще больше, чем, блядь, уезжала до тебя. Только тогда возвращались хотя бы с деньгами, зарабичане, блядь, и строили нашу страну. А сейчас нас просто убивают в нашей стране, потому что ты, пидор, не хочешь садиться за стол переговоров, скотина. Почему ты беженцам ни одной своей яхты, виллы не дал? Не принял там мам с детьми, а? Почему твоя жена, блядь, не занимается женскими обязанностями, а ходит попрошайничает, оружие, блядь, выпрашивает, вам бабок мало? Ну да, ты ж пришел просто миллионером, а теперь стал миллиардером, да? Хуйло вонючее, ты хуйло, сука, хуйло. А я когда-то думала, что ты придешь и что-то изменишь в нашей стране, а ты пришел и сделал все только хуже, только хуже. Но за правду, как живет бедно Украина, спасибо, что ты сказал. Что вы теперь богатые стали богаче, потому что воду продаете во время войны, а бедные стали беднее. Но ты же имей в виду, на том свете Бог со всех спросит, и неважно, богатый ты или бедный, с домом ты или бездомный. Перед Богом станем все, и твои дети тоже. Пипец.